Победителя определим по программе, которая определяет победителя в YouTube. Ребят, всем привет! Хочу поприветствовать вас в последний летний день. Сегодня 31 августа, и у Саши день рождения. Да не, у меня. В общем, я стал старше еще на один год. Или скорее. Сегодня я получаю поздравления и подарочки. И хочу поделиться с вами хорошим настроением и подарочком. Короче, давно хотел это сделать. Он уже давно вообще-то ждет кого-то из вас. Возможно, тебя или, может быть, тебя. Вон там он стоит на полочке, пылится. Давай сейчас найдем его вместе и посмотрим. Это не люстра, не, пацаны, я просто не сниму ее. Пульт, то это тоже от люстры. Отгадайте, кстати, что это такое, напишите в комментариях. Может быть, это хрустальный гусь? Не интересует? О-о-о! Вино. Бутылочка абхазского вина. Не, ребята, это я сегодня сам выпью. А вот это? А вот это вот штука? Когда я говорил, что она запылилась, я не шутил, она действительно уже запылилась. Пойдем посмотрим, что это такое. Вы все прекрасно знаете, что я являюсь поклонником компании Bosch. Давно пользуюсь этим инструментом, меня все устраивает. Ну и, конечно, вам не буду дарить Interscope. Давай откроем его и посмотрим, что же там такое. Тут он не такой пыльный. Это вообще навьё, никакая не бэушечка. Видите, он приклеенный даже на клею. Вон беленький, видите? Здесь и здесь. Ни разу им никто никогда не работал. Лежит у меня дома уже примерно полгода. Ждет кого-то из вас. Это аккумуляторная отвертка. И здесь есть парочку биток для нее. Это PH2 и PH1. Есть для нее USB. Мини-USB и сама аккумуляторная отвертка. Так, а у нас сейчас она, наверное, разряженная. О, нет, там еще даже есть энергия. Давай достанем битку. Видишь, она крутится. Крутяк. Короче, штука рабочая. На данный момент такая аккумуляторная отвертка на сайте магазина, где мне ее дарили в подарок, стоит 5830. Я не буду вдаваться в технические характеристики, на ютубчике есть обзоры, я оставлю ссылку в описании, можете сами их посмотреть. Хорошая новость, ребята. Эта машинка собрана не в Китае, а в Малайзии, что значительно повышает шансы на хорошее качество. Короче, вот такая клевая штучка ждет тебя. Условия абсолютно простые. Нужно посмотреть и написать комментарий вот под этим видосиком. Розыгрыш мы проведем в воскресенье 11 сентября в 21:00. И примерно в 21:30 видео розыгрыша я выложу на YouTube. Розыгрыш будет проведен при помощи сервиса Lisa on Air. Проведен розыгрыш будет по комментариям. Вы можете написать не один, можете написать 7, 8, 10, 15 комментариев. Чем больше комментариев, естественно, тем больше шансов будет у вас на успех. Естественно, человек, который выберет программу, должен будет подписан на канал Балкончик. Если человек не подписан на канал Балкончик, то он не будет участвовать в розыгрыше, будет проведен новый розыгрыш. До тех пор, пока мы не выберем пользователя, оставившего комментарий с подпиской на канал. Тут есть один очень важный момент, хочу вас предупредить. Если у вас подписки скрытые, то программа не покажет, подписанного на канал или нет. И в таком случае мы тоже будем переигрывать до тех пор, пока не получим нужный результат. Сейчас я покажу, как все это должно выглядеть и как изменить настройку, если вдруг вы забыли. Заходим на свой канал и находим опцию настройки. То есть мы это можем сделать как с левой стороны, проскроллив вниз. Такая же функция есть с правой стороны. Нажимаем на иконку своего канала левой кнопкой и выбираем
настройки. Это абсолютно идентичные опции. Здесь заходим в конфиденциальность. И во втором пункте сверху, который называется «Не показывать информацию о моих подписках», просто выключаем эту функцию. Я прекрасно понимаю, что никто из нас не хочет показывать свои подписки. Ну, большинство, по крайней мере, у меня у самого выключена эта функция. Ну, и не призываю вас включить ее на постоянку. Просто, например, в 8 часов вечера 11 числа включите ее, чтобы программа смогла увидеть вашу подписку. И после розыгрыша опять выключайте, пожалуйста. Давайте я покажу, как это все будет выглядеть. Я взял одно из своих старых видео. На нем есть 13 комментариев и загнал его сюда в Lizzo on Air. И теперь он показывает. Вот смотрите, первый Антон Тохов сразу же победил. Вот снизу у него, обратите внимание, написано «Подписка». Если же у человека подписки скрыты, давайте попробуем заново. Вот он. Тут написано «Список подписок скрыт». Собственно, о чем я хотел сказать. Если получится, как во втором случае, от Зурга Зургаевым «Список подписок скрыт», то мы будем заново выбирать до тех пор, пока не попадется человек, оставивший комментарий с открытым списком подписок. Ну а как ты думал, не могу же я тебе отправить его реально пыльным? Он будет чистенький. Возможно, даже я заверну тебе его в праздничную бумагу и прилеплю вот здесь в бантик. Красный или синий? Выбирай. Так, ребят, ну, в общем, все понятно, условия предельно простые, думаю, неоднократно кто-то из вас уже участвовал в подобных розыгрышах. Никакой воды и фикции, все реально, то есть у меня есть инструмент, который я когда-то получил по акции, то есть я делал дорогостоящую покупку в магазине инструментов, и эти отвертки раздавали. У меня было таких две штуки. Одну я отдал сыну, он там у меня занимается, делает поделки всякие дома. А вторую я оставил себе. Думал, может быть, может она пригодится мне дома. Но по факту, когда мне что-то надо сделать дома, я просто беру шуруповерт и делаю. Уверен, кому-то из вас она пригодится больше, чем мне. Да, окна, конечно, сделать с ней не получится. А дома прикрутить там полочку, что-то собрать, разобрать, открутить винтик. Вообще легко, предельно. Штука реально компактная. Уверен, тебе понравится. Всем удачи! Да начнется большая гонка!